Вот так выглядит внутренности нашей циркулярной пилы от фирмы Total. Мне предоставили ребята из магазина Next Tool. Ссылочка будет в описании. Кстати, да, чтобы не обвиняли меня, что я с включенной вилкой, вилка у меня выключена. Соответственно, вот приходит линия питания с розетки. Ушли два красных провода на кнопку. Выходит 4 провода. Ну, то есть один шлейф уходит на конденсатор, второй и непосредственно уже на двигатель. Итак, два провода питания на двигатель. Один мы просто сейчас зачистим аккуратно, сверху на него напаяем, а второй мы просто разрываем. В работе буду использовать вот такой вот большой паяльник, чтобы было быстрее и попроще на 100 Вт. Важно еще отметить тот факт, что провода под изоляцией покрыты лаком, слоем лака, ну или чем-то подобным. Поэтому его нужно счистить, иначе просто не получится залудить. Все, конечно, можно было бы сделать гораздо проще, там, просто на скрутке, но я не хотел бы впоследствии просто ее разбирать. Во-первых, у меня постоянно пыльно, эти концы мы облудили. Сейчас здесь середину. Ну и то же самое проделываем, соответственно, с нашим пускателем. И начинаем спаивать. Так как и сказал, один провод у нас просто в разрыв, а второй получается, все нормально, получается, красный уходит непосредственно на кнопку, а черный непосредственно в двигатель. Ну и синий, естественно, накидывается. И вот что у нас получается. Соответственно, медленно разгоняется. Тема прикольная, достойная. И вообще там эти 300 рублей несчастные, что потрачено, просто за глаза и шикарно. И самое главное, теперь двигатель походит гораздо дольше. Ну и не будет дергаться свет у меня. Сейчас соберем все и что-нибудь распилим. Я, кстати, да, попробую ее все-таки уложить вовнутрь, вот сюда, как и планировал. Ну и сейчас попробуем распилить просто вот большой 4-метровый брусок, распилим просто пополам. Шикарно, я считаю, потому что раньше было просто вот отвратительно. Так вбило, а теперь прям идеально. Ну что, дорогие друзья, я считаю, что работа была проделана не зря. В принципе, этот модуль стоит своих денег, он стоит там 300 чем-то рублей, по-моему, на Алиэкспресс. Я ссылочку обязательно оставлю. И самое крутое, что он придет вам, если вы в России, ну типа за несколько дней. Мне он реально пришел за 3 или за 4 дня из Липецка. Поэтому вот такая вот тема. Шикарно. И главное, что этой штукой можно оборудовать многие станки, которые стоят, к примеру, без вот этого пуска. К примеру, ту же болгарку, особенно большую, что самое важное. Большие болгарки, там 180-е, 230-е, это просто адская машина смерти, и ей страшно пользоваться. Когда ты щелкаешь ей, и оно так просто у тебя из рук улетает. Обязательно посмотрите по ссылочке эту тему. Возможно, вам это будет полезно. Напишите комментарии, может быть, что-то вы делали по-другому, что-то можно было бы еще сделать, дополнить. Напишите, очень важно ваше мнение, а также не забывайте ставить лайк. Лайк – это важно, или дизлайк. Покеда!